Роберт Паттинсон на время вышел из «Сумерек» и снялся в главной роли в фильме «Милый друг». Его партнерши Ума Турман и Кристина Ричи. Ну и компания «Вампир», «Серийный убийца» и «Дочь из семейки Адамсов». Страшная, страшная мелодрама. В новом фильме «Милый друг» чертов ловелас Паттинсон, будучи одетым в шляпу и костюм 19 века, выглядит совершенно неотразимо. В этот раз Роберт предстает в образе обольстительного соблазнителя Жоржа Дюруа, слащавого авантюриста, который всеми силами старается проникнуть в высшее общество Парижа. Почему бы тебе не прийти к нам на ужин? Познакомишься с моей женой. Жорж ничем не отличается от других людей. Он не талантлив ни в чем и не примечателен. Но он точно знает, что он хочет. Глядишь с новой серьезной ролью и отмоется Роберт от прилившей ассоциации с главным героем из фильма «Сумерки» вампиренышем Эдвардом Калленом. Не дай бог ты еще раз ее тронешь. Картина «Милый друг», снятая по одному из произведений Мопассана, предполагает ответственный подход к делу. Прочитав сценарий, я понял, что этот персонаж абсолютно нетипичный для меня. По сути, это история о плохом парне, который ради своей выгоды совершает плохие поступки. Роберту, несомненно, повезло. Компанию ему в «Милом друге» составят настоящие голливудские красотки. Ума Турман, Кристина Ричи и Кристин Скотт Томас. И со всеми у него по эротической сцене. К сожалению, с каждой по очереди, а не со всеми вместе. В этой истории есть интрига и есть игра, все как в жизни. Думаю, каждый сможет увидеть в том или ином персонаже свое отражение. Мне нравится эта история о парне, который способен управлять женщинами, расставлять их вокруг себя, как ему удобно. Я думаю, это достаточно интересно. После выхода каждого кинотворения с участием Паттинсона, молодому актеру постоянно приписывают романы с партнершами по цеху. Так уже было с Кристин Стюарт в «Сумерках», с Риз Уизерспун в фильме «Воды слонам». На ком теперь его будут женить журналисты? Претенденток, напомним, аж целых три. Скоро узнаем. Юлиан Миранду, про новости.